конце 60-х годов наше КБ заканчивало испытание тридцатки. Я в этой работе не участвовал. Летал на Южном, потом собирался в отпуск. А когда вернулся, тут все и началось. Здравствуйте, товарищ. Добрый день. Здравствуйте, Вениамин Владимирович. Здравствуйте. 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 Отлетал. Как положено. Загорел. Вениамин Владимирович. Загорел. Загорел. Ну что ж. Не отпуск полагается? Полагается. Подержите, чтобы Турищев не возражал. А что это вам так приспичило? Вы же знаете, что летчиков не хватает. Я 3 месяца сына не видел. Ладно. Кто это там такой? С одной передней стойкой идет. Кто на спарке? Корбут. А что случилось, а? Да вот сейчас будет садиться с невыпущенным шасси. Все будет в порядке. Успокойся. Давай. Доктор, что с ним? Потом. Доктор, можно мне с вами? Я его сестра. Ну и что? Через час узнаете в справочной. Я еще разберусь, кто назначает ведущего испытателя главной машины КБ на второстепенные задания. Ладно. Хорошо, что приехал. С приездом, Жень. Отлетал? Отлетал. Ну, кто мне объяснит, почему ЧП всегда при большом начальстве случается? Это известный эффект природы, закон бутерброда. Маслом всегда ты падает... Ты это... Женя... Ну, вы спросили, я ответил.
Довези меня до санчасти. Пойдем. Ладыгина отпустили, а Севу оставили. Ссадина пустякова, и они подозревают сотрясение. Очки от солнца забыла. Возьми мои. Евгений Демидович! Генеральный ждет вас завтра в 9:00 у себя. Просит или вызывает? Пока что просит. Какая разница? Ну, когда просят, значит, по делу. А когда вызывают, это на ковер. Сколько служите у генерального? 2 месяца, третий пошел. Скажите, пожалуйста, 2 месяца всего служит, а уже все знает. Способный. Женя, как ты думаешь, сообщить Вере о случившемся или подождать? Пожалуй, подожди. Знакомься, осваивайся. Это я не один. Ну, заходи. Заходи, заходи. С солью у меня всегда хорошо. Ну и память. Уже 2 дня соль собираюсь купить, и все забываю. Проходи, проходи. Даже не один. Ничего. Я вас сейчас с ней познакомлю. Проходи. Знакомься, Фрося. Это моя соседка Лидия Сергеевна, сестра моего коллеги Всеволода Корбута. А почему ты думаешь, что это Фрося? Может быть, это Вася? Может быть. Выпить хочешь? Кефир, квас. Квас. За знакомство? Ну что можно пожелать ей эпохи? Здоровья, долголетия? Ну, с этим у нее в порядке. Это Митька. Да-да-да, заказывал. Тогда давайте по-срочному. Девушка, я 3 месяца сына не видел. Спасибо. Жду. Случилось с 30-кой. Откуда такие сведения? Попал, но на другой машине. Ничего страшного. Через 2 месяца Корбут будет здоров. Это наше дело. Разберемся. Вера
Вернемся ко вчерашней аварии. Начальнику базы Турищу строгий выговор. Турищу это для одной из двух его коллекций. В каком-то смысле одной из двух. Ну, он еще и марки собирает. Вы слышали мой разговор с Москвой? И, надеюсь, обратили внимание на то, что я пока не склонен выносить ссор из избы. Пока. Евгений Демидович, вы ведь начинали облет тридцатки. Машину знаете. Выходит, нам повезло. А мне не очень. То есть? Мне отпуск полагается. Я это помню. Но на тридцатке осталось всего 10 полетов. 11. Ну, 11. Так что много времени не потеряете. Вениамин Владимирович, ведь Корбут на тридцатке почти всю программу отлетал. Не люблю я с чужого варенья пенки снимать. Хорошие пенки. Испытание на штопор. А насчет варенья, Евгений Демидович, скажу. Мы его все вместе варим. Я могу быть свободным? Да. Извините. Извините, я сейчас. Женя, Жень. Когда старик шумит, лучше промолчать. Ну что ты? Он ведь знает, что тридцатку электронщики держат. Что у нас работа, если со всеми мелочами больше, чем летчиков. Так при чем тут Турищев, верно? А Корбут на тебя не обидится. Особенно после того, как ты его из горящего самолета вытащил. Обидится. И это естественно. Такая программа — венец всей жизни. Он 20 лет к ней шел. А сколько он сил потратил, чтобы ее заполучить, когда меня на Южный отправили. Так что обидится. И каждый испытатель его поймет. Кеш, ну так что решил генеральный? Последний снимок. Посещение раненого героя. Кеша, умоляю, ну, пошли фотографироваться. Сестра, пожалуйста, по правую руку героя. Верховский, Володя, встань за спиной. Тамара рядом. Круто! Благодарю вас. Ладыгины! Мы здесь. Рядом с Верховским. Садись. Так. Внимание. Маша, подвиньте. Не расходитесь. Сейчас перезаряжу и еще раз сниму для страховки. Может, ты знаешь, что решил генеральный? Не знаю. Дубль! Наверняка вместо меня Фетисова назначит. Женя, присоединяйся к нам, скорее! О, мне пора на процедуры. Ой, Севочка, ну, до свидания, поправляйся. Поправляйся, Севочка. Спасибо. Приходите к нам с Володей. Поздравляю. Прощаемся. Фил Сергеевич, выходите в гости к нам. Я приду завтра. Поправляйся, хорошо, Севочка. Спасибо. Все будет в порядке. Ну, Тамара Георгиевна, мы уходим? Ты прости, я вчера в суматохе не успел тебя поблагодарить. Это уже сделала твоя сестра. А-а-а. Ну, как ты? Нормально. А ты? А я неважно. Что так? А ты что, разве не в курсе? Не, это что? Отпуск у меня погорел. Замечательно. Я выбыл из строя недели на полторы. А генеральному уже не терпится. Врачи говорят, на полтора месяца. Ну, в общем, так. Раз уж это случилось,
Я предпочел бы, чтобы меня заменил кто-нибудь другой. Я тоже. Спасибо, ребят, что пришли. Вы тогда уж идите, а мы с Евгением Демидовичем потолкуем. Угу. До свидания. Счастливо. Пока, Всеволод Сергеевич. Пока. До свидания. До свидания. До свидания. Отправляйся, Севчик. Спасибо. До свидания. Не горячись, Сева. Лида, ты тоже иди. Ну, иди, иди. Все будет нормально, иди. Я сестре хотел. Она у меня единственная. Для тебя не секрет, что ей уже за 30. Нужно как-то устраивать свою жизнь. А ты ей мешаешь. Можно было бы как-то дать понять ей, чтобы она на тебе и надеялась. Ты уверен, что я ей мешаю? Я уверен. Хорошо, что я должен сделать? Переехать в другой дом? Не разговаривать, послать ко всем чертям? Что? Не знаю, решай сам. Не лезь не в свое дело. Слушай, знаешь, почему ты всегда первый? Потому что генеральный никогда бы не потерпел от меня того, что позволяешь себе ты. Ну ладно, хватит. Переспорь медицину, и я твой союзник. Когда будет готова машина? Скоро. Воздух еще не подвезли. Почему? Звонил, обещали подвезти. Ну и долго вы будете ждать? А? Пошли, Бабенко? Да, его пошлешь. А что? Ничего, сейчас пошлю, Бабенко. Катасонов! Катасонов! Привет, Логинович. Привет. Привет. Ты чё, в телогрейке? Да, прохладно. Прохладно? Прохладно, терпеть не могу холода. А где Фетисов? С утра у генерального торчит. У него же полет сегодня. Да машину-то мы подготовили. Только полетом, по-моему, и не пахнет. Женя! Ну сколько можно? Привет. Вызывал генеральный. Просил по возможности сжать сроки. Ну и как? Попробуем. Ну хорошо. Пошли, Женя, пошли. Сейс, отцовский трофей с войны еще. Высота великовата. Фетисов с 12 штопорить будет. Залив. Я 003. Режим начинаю. Прошу разрешения. 003, я залив. Начать режим разрешаю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять.
6. Залив. Я 003. Режим закончил нормально. Прошу разрешить на борт до 10. 003, я залив. На борт до 10 разрешаю. Лишь ты разгадать снов мне. Здравствуйте. Добрый день. Привет. Привет, Жень. Завтра Сиву из госпиталя забираю. Переспорил, значит, если? Отлично. Ну, пока к полетам не допустили. Жаль. Ну, ничего, надежды не теряет. Придется теперь на два дома разрываться. Вера в отпуске. Может, зайдешь ко мне? Ведь не ел, наверное. Нет, спасибо. Пусть Всеволод теперь с генеральным сам разговаривает. Мне туда больше соваться нельзя. Успеха Фетисову и Катасонову. Выходит, Корбут уже никакого отношения к тридцатке не имеет. Брось ты свои интеллигентские штучки. Ну и что в молнии напишут. Ты что, Жень? Он и так с ума сходит. Последний полет на нас. Закончим работу, каждый свое получит. Ты лучше о своем отпуске думай. Я о нем уже не думаю. То есть? Что у тебя там в твоей голове варится? Нет, ты погоди! Что у тебя там опять в твоей голове варится? Здорово. Здорово. Привет. Привет. Че это у тебя? Ничего. Вот вырвался за город и все проблемы свои позабыл. Спасибо тебе. А ты не хотел ехать. Признаю свою ошибку. Вчера Катасонов у нас опять кричал, что с тобой невозможно нормально закончить работу. Что это значит, Жень? Я делаю только то, что обязан делать любой испытатель. Ну и как? Пока выходит. В чем же дело? У меня выходит. А рядовой зеленый летчик иногда в такую аховую ситуацию вляпается, какую и десяток испытателей машину не загонят. Ну ладно, хватит об этом, праздник сегодня. Вот уже листва последняя замела пустынный берег. Здравствуйте, Евгений Демидович! Окунитесь! Вода как парное молоко! Привет. Привет. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, мадам Белова. Привет.
Привет. Здравствуйте. Ура! Володя! Володенька, давай быстрее. Скорее, все ждут тебя. Одевайся и завтра. Ой, какой мог. Хорошо. Ботинки одевай. Ой, как все хорошо получилось. Жалко, что Жени нет. У Сева какое лицо. Огорчаться. Евгений Ильич, ну что ты такой смурной? По программе все выполняешь? Считай все. Ну так что же еще? Ты извини меня, Женя, но я все чаще думаю, не случись эта дурацкая история с Курбутом. Они все дурацкие. Не дурацких не бывает. А я, между прочим, на эту работу не напрашивался. Ну-ну. Мальчики, вас же просили не говорить о работе. Ну, хватит спорить. У вас, между прочим, праздник. У женщин тоже. Шашлык готов! Ура! Наконец! За наш праздник. За наше дело. За всех летчиков-испытателей. Испытательная бригада поработала хорошо. Особенно хочется отметить ведущего инженера Владимира Логиновича Катасонова. Так что сегодня мы не только закрываем испытательную программу, мы еще даем путевку в жизнь машине, без которой невозможно осуществить неприкосновенность воздушных пространств нашей Родины. Особенно мы с вами должны отметить работу Евгения Демидовича Фетисова. Но прежде всего мы должны поблагодарить Корбута Всеволода Сергеевича. Евгений Демидович, пожалуйста. Евгений Демидович, пожалуйста. В общем, все правильно. Запаздывание после 6 витков у нашей тридцатки нормальное. 1-1,5 витка. Это так. Сюрпризов вроде бы нет. Но знаете, раза два было у меня ощущение, будто не хочется им выходить из штопора. Даже вроде эдакий импульс в сторону плоского штопора дает. А потом выходит. Но какой-то намек машина делала. Так мне кажется. Что значит кажется? Разрешите, Вениамин Владимирович? Для того и стоит на машине куча самописцев, что для таких, кажется, места не осталось. А что это за намеки вам машина делала? Будто распалившаяся девица на свидании. Ведь интуицию к делу не пришьешь. Словом, покажите мне эти намеки. Кто-нибудь их видел? Товарищ Катасонов. Владимир Логинович. Какое-то колебание угловых скоростей в штопоре, особенно на выводе, всегда бывает. Но особых выбросов мы вроде не заметили. Да. Вот и НИИ тоже. Мы с Владимиром Яковлевичем вчера еще раз смотрели. И с пристрастием. Да. Вот так-то.
Действительно, во время испытаний все очень здорово сходилось с тем, что мы раньше получили в аэродинамической трубе. Так. Кто еще? Начальник базы, товарищ Турищев. Пожалуйста, Дементий Федорович. Если мы испытали машину и узнали половину ее свойств, это халтура. Если 90% – хорошая работа, 97% – отличная, но все-таки не 100. Даже если будем годами машину держать на испытаниях, не 100. А темпы развития авиации задержим. Хорошо бы послушать первого, основного летчика, Корбата. Не знаю. Лично я ничего такого не замечал. Но, с другой стороны, Фетисов дальше меня продвинулся. Более сложные варианты пробовал. Ты у него это не каждый раз ощущалось. Так что подтвердить не могу. Александр Никодимович, вы что скажете? Опровергать тоже не берусь. Фетисов, как говорится, летчик Божьей милостью. Олег Алексеевич. Ваше мнение? Интуиция. Не люблю красивые слова, поэтому больше помалкиваю. Копчинский. Иннокентий Сигизмундович просил извинить. У него неприятности с сыном. Отец выручать поехал. Так, летчики высказались. Извините, можно мне? Всем известно, какой летчик Евгений Демидович. Великий мастер, можно сказать. И его интуиция. Это вам не гадание на кофейной гуще. Все? Все. Евгений Демидович, скажите сами, что вы предлагаете? Снова и снова повторять одно и то же. Нет, зачем же? Надо попробовать новые комбинации действий рулями на выводе. Может быть, добавить витков. Если явление существует, надо его спровоцировать. Женя. Вы что-то хотите сказать? Нет, нет. Все свободны, спасибо. Катасонову и Фетисову прошу остаться. Что же вы, Евгений Демидович, раньше-то до совещания молчали? Хотели меня перед свершившимся фактом поставить. Вы ошибаетесь. А, бросьте. Вениамин Владимирович, неужели вы думаете, что смягчить, подготовить вас предварительным разговором было бы для меня труднее, чем выложить свои сомнения сегодня на всеобщее обсуждение? А ты знаешь, дорогой, в какую копеечку твои сомнения влетят? Один простой серийного завода это... Пожалуй, серийный-то завод отсрочки только рад будет. До сегодняшнего дня считалось, что задерживают. Ну, а теперь на всех перекрестках кричать будут, что мы их держим. Возможно, будет. На что ты надеялся? Сегодня практически все были против тебя. Не все. Ты имеешь в виду этого мальчишку Ладыгина? Не только. Настоящие пилоты, если отбросить некоторую корпоративно-профессиональную солидарность, высказались против. Пожалуй, так. Ну, а теперь давай по-быстрому на стол дополнительную программу. Тебе 8 полетов хватит. Ну, скажем, 10.
Ну что? Ничего. Пока ничего. Держись, Женя. На здоровье. Спасибо. Ты знаешь, всю жизнь избегал заседаний и совещаний, а тут страшно жалею, что на твой бенефис не попал. Какой бенефис? Я просто сделал то, что должен делать каждый из нас. Каждый должен, да не каждый может. Имею, так сказать, некоторые соображения. Нечто похожее было у меня на двадцатке. То вроде бы и есть, то вроде нет. Алло. Одну минуточку. Иннокентий Сигизмундович, вас. Ну, потом договорим. Поехали. Слушаю вас, 05-й. Залив, у меня управление закрыто. 05-й, я залив, отвечайте. 05-й, я залив, отвечайте. 05-й, я залив, отвечайте. Продолжайте вызывать. 05-й, я залив, ответьте. 05-й, я залив, ответьте. Слушаю. Товарищ Турищев, что-то у Копчинского с управлением. На полуслове прервал связь и больше не отвечает. Какой у него был голос? Голос? Не панический, но не такой, как всегда. Продолжайте вызывать. 05-й, я залив, ответьте. 05-й, я залив, ответьте. 05-й, я залив, ответьте. Отметка пропала. Ушла в приземные помехи. Не надо больше вызывать. Двойку вертолетов на помощь поисковому. С первым пойдут Фетисов, Крутов, Ладыгин. Это Кеша. Со вторым Верховской, Муратов. Если поле, то сразу увидим. А вот если в лесу, то только прямо под нами. Мне необходимо знать про все вертолеты. Поисковый Фетисова и Верховского. Генеральному доложу сам. Кеша! 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 Нашилки, скорее! Турищев говорит.
Евгений Демидович! Он очнулся! Вас зовет! Ну вот, Кеша. Ну, молодец. Теперь все будет в порядке. Женя, куда ты меня везешь? Ну, как куда? На базу, конечно. Там санитарка уже стоит. Оттуда прямо в больницу. Нет. Так, на перекладных меня не довезут. Сразу в город. В травматологию, в Кольцову. Кеша, Кеша, ну ты же знаешь, что город это запретная зона. Я прошу тебя, Женя, другого случая не будет у меня. Нужно прямо в город, в больницу. И что? Я за это отвечать не хочу. Уйди! Залив. Залив, я 2-0-3. Иду в город, как поняли, прием. Я залив 003. Прекратите своевольничать. Лететь в город категорически запрещаю. Нет, заявки нет. Разрешения тоже нет. Есть необходимость. Вас понял. Запрещайте. Выполнить ваше запрещение не могу. На борту ранены. Понял. Понял. Подтверждаете запрещение. Иду в город. Отвечу. За все отвечу. Вот черт возьми. 222-66. Срочно. Где травматология? Куда нести раненого? Налево! Приемный покой! Подаркой! Подарки! Туда! Парашют у него вытянулся во всю длину. Только воздухом не успел наполниться. Катапультировался бы на 2-3 секунды раньше и успел бы. Опять чуть-чуть. Чуть-чуть поспешил, чуть-чуть промедлил. Теория. Что? Ничего. Я лучше помолчу. Опять, наверное, тебя нарушители достают. Целый день отбиваюсь. Турищев слушает. Выходит, зря ты поторопился. Зря партизанил Евгений. Он захотел! Так. К профессору этому Кольцову попасть, который его в 60-м году еще по кускам собрал. Он прав. Иначе было нельзя. А теперь... Теперь надо кому-то домой. Копчинским. Тяжко это дело. Сколько раз приходилось ходить, и всегда одно и то же происходит. Открывают, увидят нас, и сразу все понимают по нашему виду. Я больше не пойду. Нет. Я пойду. Что? 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 Да неправда! Нет!
вдали от родимого дома, и ты остаешься один на один с машиной еще незнакомой. Со всем, что нас ждет на любимой земле, мы молча прощаемся взглядом, и ты остаешься один на один с судьбой, летящую рядом, судьбой, летящей рядом. Ты кажешься в эти минуты себе отчаянным и всемогущим, и ты остаешься один на один сегодняшним днем и грядущим. Мы ищем поддержки у наших подруг. Чёртов циклон, а? Всех слов должен рассосаться. Теория. И ты шах. Остаешься один на один с любовью. Тебе тоже шах. Нелегкой своей. Мне тоже. Да не майся ты, Женя. Все равно эти не поможешь делу. И тебе шах, Ладыгин. И тебе шах. Ах, если б не эта чертова погода. Завтра, может быть, закрыли бы тему. Мат. Какой мат? Тихо, тихо, тихо. Ну, чистый мат, Олежа. И тебе. Мат. Вступаешь ты в спор с небесами. Совсем. Что нас ждет на любимой земле, мы молча прощаемся взглядом, и ты остаешься один на один с судьбою, летящую рядом, с судьбою, летящую рядом. Добрый день. Здравия желаю. Здрасте. Евгений Демидович, с южной базы получен ответ. Поторапливайся, завтра вылетаешь. А погоду на перелет дают? Дают. А на юге погода миллион на миллион. Ни пуха, ни пера тебе, Женя. Спасибо, Никодимыч. В таком случае полагается посылать к черту. Вот ты и посылай. Пошел машину готовить. Вылет завтра в 16:20. Я боюсь. Обещал быть в 6, а уже 11. Дружки какие-то новые завелись. Они собираются здесь, в баре, на Мытной. Все вечера просиживают. Как его оторвать от этой компании? Я не знаю. Куда ты? Извини, я скоро приду. К сожалению, я не Макаренко, и что с тобой делать, не представляю. Вот что. Я завтра перелетаю на юг, полетишь с моим механиком. Пока каникулы, будешь при мне. Работа в пуле нелегкая, но потом она оплачивается вдвойне. Так было, например, в 1965 году, когда мы собрали с каждого гектара по 420 центнеров сахарной свеклы. Тогда несколько человек, в том числе и я, были награждены медалями за трудовую... Ну что, Фрося? Урожай зависит Поехали. От погоды и от того, как ты за ним будешь ухаживать. Сейчас мы убираем сахарную свеклу, урожай хороший, уберем вовремя. Вечера в Мисайловке синие и тихие. Откуда она? Синева да тишина. Наверное, от реки?
потому что вода в ней осенью наполнена такой синевой, что она расплескивает ее далеко вокруг. А тишина от лесу. Да. Окружают они село со всех сторон. На востоке темнеет Лучковский, с севера... Митька! Митька, ну наконец-то! Вечерами не усидишь дома. Да нет, я действительно собирался, но не отпустили, ну. Буду через месяц, жди. Ну не шуми, не шуми, не шуми. Сказал буду, значит буду. Обязательно. На этот раз. Обязательно. Здорово, Жень. Привет. Заходи. Я просто с соседкой попрощаться хотел. Ты заходи, заходи, Лида сейчас придет. Я тороплюсь, на Южный перелетаю. Слушай, Жень. Я все хотел тебе сказать. Не получился тогда наш разговор в больнице. Не получился. Ты прав, конечно. Не мое это дело, чего я влез. Так что извини. Конечно. А тут, понимаешь, еще этот наш общий знакомый зудит в уши. Пока есть Фетисов, ты, Сева, всегда вторым будешь. Ну, вот я и завелся. Кто же этот знакомый? Да ладно, бог с ним, вот несущественно. Ты вот что, Жень. Ты там поосторожнее, не взрывайся. Запчасти пока только для машин. Для нашего брата их еще не придумали. Я 003. Прошу разрешения на взлет. 003. Взлет курсом 175 разрешаю. Фетисов, подожди. Терпеть не могу жару. Лучше бы вместо неработающего телевизора холодильник завели. Теплый квас профанации. Не пробуждай воспоминаний забытых дней. Забытых дней. Чудная штука память. Вот маму свою совсем не помню. А вот этот романс, который напела, помню и как пела, помню. Тебе, Жень, стукнуло сколько? Полтинник разменял. На... Чувствительно стукнуло. Значит, мы с тобой почти ровесники. А ты знаешь, я вот до своих полста почти гордился своим холостячеством. А сейчас, честно говоря, понимаю, глупо жизнь свою устроил. Глупо. Внуков надо растить, грядки копать. Ты меня прости, Женя. У меня ведь кроме работы ничего. Ничего. Прости меня. Да перестань, сколько можно? Ну ладно, ладно. Не буду, не буду. Значит, последний полет остался. Жень, если и на этот раз опять ничего не будет, я тебе после сдачи такую программу на штопор устрою,
как твоей душе угодно. Из прямого, из перевернутого, из петли. Потом в серии постепенно доведем машину, понимаешь? Только я тебя прошу, Женя, не настаивай на следующей дополнительной программе. Прошу, мадам. С приездом. Здравствуй. Привет. Привет. Квашу хочешь? Конечно, хочу. Тебе большой привет от брата. Жарковато. Генеральный приказал первичную обработку материала сделать здесь. На месте? У нас же здесь никакой аппаратуры нет. Торопится Вениамин Владимирович. Хорошо. Спасибо. А как у вас тут дела? Нормально. Телек, товарищ Катасов. Спасибо. Хлебников завтра прилетает. Остаешься один на один с сегодняшним днем и грядущим. Мы ищем поддержки у наших подруг, всех слов им сказать не умея. И ты остаешься один на один любовью нелегкой своею, с любовью нелегкой своею, но долю такую из множества доль когда-то мы выбрали сами. И снова один на один вступаешь ты в спор с небесами. Со всем, что нас ждет на любимой земле, мы молча прощаемся взглядом. И ты остаешься один на один судьбою, летящую рядом. Летящую рядом. Высота 14 тысяч. Начинаю режим. Высота 12 тысяч. 11 тысяч. Не выходит. Высота 9 тысяч. Тысячах. Не вышел. Поймал плоский штопор. Есть плоский. 7 тысяч. Начинаю выводить. 6 тысяч. Вот и дождались. 5 тысяч. Не выходит. 4 тысячи. Пока не выходит. Прикажите катапультироваться. 003, приказ катапультироваться. 003, что за фокусы? Ответка ушла в предземные помехи. Андрюша, чего ждешь? Поднимай поисковый вертолет. Летит! Летит! Thank you.
какой высоте начали выход из пике? 800. Вы с ума сошли. Женя, родной мой. Вот так закончилась эта история. Через 3 месяца тридцатка пошла в серию, а я в отпуск.